привет! Вы на канале Панвик ТВ. Меня зовут Виктор Панин. Меня зовут Кристина. Мы приехали в Каширово. У нас были потрясающие прошлые выходные. Мы провели их с друзьями в Москве. Да, видео только что было. Да, перед этим, так сказать. Ну, на этом видео только немножечко вот. Ранее, да. Вот, потом мы поехали, можно сказать, ночью после ребят в Орехово-Зуево к моим близким. Там мы провели 2 дня. Я приболел, поэтому видео мы записывать не стали. Мы ходили в боулинг, мы ходили с родителями по поводу одежды. Мне надо было на работу еще кое-что докупить. Как вы помните, по прошлому, ну, видео перед этим нужно было приобрести футболки, рубашки. То есть мы взяли футболку, 2 рубашки. В скором времени я постараюсь видео записать, где я работаю и как я выгляжу на работе. Записывать не стали, причина была то, что я немного приболел, и поэтому приехали в Каширу, теперь приболела Кристина. Да, как только мы приехали в Каширу, я приболела, вы это, наверное, увидите по моему голосу, он сейчас такой очень грубый, да, неприятный, так что не обращайте внимания. Вот, но сейчас я уже чувствую себя лучше, потому что полнедели, 3 дня я провалялась, как бы сейчас уже выходные, начала хоть ходить и на улицу выходить, так сказать, это дышать свежим воздухом. Как-то так. Так, по поводу новостей, да, я сейчас впервые снимал на экшн-камеру Xiaomi, которую мы приобрели, поэтому мне нужны будут ваши отзывы, как мы сняли. Я уверен, что как мы гуляли, когда по парку, там картинка может быть не особо крутая, да, из-за того, что не до конца еще, но пользуется селфи-палкой. Вот, и может из-за этого как раз и не особо такая хорошая картинка была. И плюс мы дали немножко порулить нашим друзьям, так да, сказать. То есть картинка рулил Дима Рудин. Привет ему. Поэтому все равно, ребята молодцы, мы им благодарны. Спасибо еще раз. Да, благодарность. Все выдержали вот этот момент с камерой, да, там были новые люди, которым я только тоже познакомился, им тоже особый привет. Да. Смотрите. И, в принципе, все выдержали камеру, то есть все отлично, я немного волновался, но я думаю, все хорошо. Так. Все держались молодцами, так сказать, вот. Ну, а так еще, что еще хочется сказать? Выходные те были потрясающие, мы провели время классно, зарядились эмоциями, все было супер, то есть у нас был и прогулка по Москве, и боулинг, и шопинг, то есть все было в эти выходные. Ну, а сейчас, наверное, пожалуй, мы хотели бы, как Виктор уже то говорил... Есть, зачем мы ехали в Орехово, покажем, и то, что находится у Кристинки в ее рюкзаке. Да, такой вопрос интересный, что же находится у меня в рюкзаке? Да, что же она там набрала такого тяжелого? Находится очень много, потому что я девочка, соответственно, мне можно. Ну, а также, что хочется сказать, что давай мы покажем. Ехали в Орехово, потому что нам надо было взять... весеннюю одежду, там легкие какие-то ветровки, куртки и пальто, там, там подобное. Ну и сейчас, наверное, разберем первым делом этот рюкзак. Ох, тяжеленный какой. Так, начнем по-быстрому разбирать, потому что вещей много. Это брашинг, это самая нужная вещь для меня. К нему же идет фен, тоже одна из необходимых и нужных вещей. Также идут щипцы Кафрен, тоже вкратце и по-быстрому. Просто покажу небольшие, дорожные, маленькие, удобные. Такую продукцию можно найти, как фен и щипцы Кафрен в нашем интернет-магазине. Ссылка в описании. Заходите, пишите, там очень много чего интересного. Так что, да, будьте сами. Да, снова все вопросы Кристинки. Да, так, потом, что у меня здесь? Косметичка. Косметички тоже там все по мелочам, как бы тоже не особо хочется лазить в личных вещах. Также, что у нас здесь? Нам здесь подарили близкие мыло, handmade, так сказать. Ну и здесь, соответственно, моя косметичка. Все не буду составать и показывать. Духи, самое необходимое. Ну и, пожалуй, наверное, все. Там все по мелочам, по мелочам. Не буду пока. Так, что у нас здесь еще? Здесь также я взяла шампуньки, у меня начали заканчиваться. Здесь ценники еще даже остались. Они не актуальны уже. Вот, шампунь от фирмы Капус, тоже в нашем интернет-магазине Телива. Подписывайтесь, смотрите. Очень классные они идут. Серии Treatment, без каких-то парфюмированных добавок. Очень полезные, хорошие и очень, так сказать, нужные нашим волосам. Просто необходимо. После зимы их надо восстанавливать. Так, что еще у нас здесь есть? Также масочка для волос. Маска пилинг. До сих пор еще не купил. Фирмы Next.
Вот, маска пилинг, решила попробовать ее для очищения и релакса волос. Очень интересное название, для очищения и релакса волос. Так что попробуем. Также, что у нас здесь? Мы взяли для посадки, но опять же, очень много взяли, пусть будет как бы. Для Виктора бабушки привезли. Здесь различные томаты, там все у нас, огурцы, всего. Мои близкие, то есть нам собрали вот такой вот огромный-огромный пакетик. Вот, очень приятно. Спасибо вам. Так, потом, ух ты. Здесь у меня находятся очки. Тоже не доставят. Там уже несколько. Я люблю в один чехол класть несколько очков. Поэтому тоже не буду, иначе потом не соберу. Вот, потом далее у какого мешок. В этом мешке что у нас, даже не знаю. Здесь что-то нижнее белье, короче. Все по пакетикам разложено тоже. Носки, что-то теплое тоже. Ой, ты уронила. Ну, пожалуй, все здесь. Такое все. Ну, лично. Да, лично. Так, тоже сюда отставлю. Здесь Виктора книжечка. Тетрадка. Вот для, тетрадка для записей. И для работы. И для работы, да. Также визитница моя пригодится всегда, потому что мы ездили в Москву. Ну и вот привезли тяжеленные, это стабилизаторы. Да, так что скоро надо будет съемкой. Опять на себя еще. То есть скоро съемки, напомню, уже где-то в начале апреля я поеду первые два города. Но еще раз напомню, я сначала отсниму хоть сколько-то городов, да, но желательно отснять их все, и потом уже буду их монтировать, чтобы вот не было как с Каширой, да, такое, вот такого. Такая вот ручка, то есть, которая держит, соответственно, стабилизатор. Вот он. Пожалуй, рюкзак. И это вот и весь ее портфель. Рюкзак, все, мы его просто насытили, так сказать, всем вещами. Сейчас я просто по-быстрому так соберу туда. Часть вещей. Да, меня, кстати, еще подстригли, так что. Да, мы обновились, видите? Да. Стали другими. Нас подстригли, да. Очень рада. Прям такое прилив энергии какой-то поступает. Когда какие-то изменения в жизни, всегда это круто, как бы. Поэтому вот, я люблю ходить в салон. Порой это нужно, мне кажется, да. Ну да. Вот. Так, ну что, дальше у нас две будут большие сумки. Одна сумка очень большая, там идет вся одежда. То есть непосредственно там пальто какие-то, футболки, там рубашки и тому подобное. Ну, пакет все особо не хочется, потому что мы не стилисты и не обучаем там всему такому. Ну а так у нас вот отпариватель также. Взяли с собой с Орехова небольшой, маленький, нам очень он пригодится и для работы Виктора, потому что у него брюки, на работу черные, их лучше отпаривать удобнее, и блузки, то есть белые блузки, мне тоже их лучше отпаривать. Так, потом, ну, можно, в принципе, даже показать. Или... А что? Блузки, Не-не-не, ничего не это показываем пока что, это еще позже, когда выйду на работу. Так пока что показывать ничего. Я не так надо. Что убираю все это обратно. Ну а та сумка. А то дальше будет неинтересно. Вы можете, в принципе, увидеть, наверное, ее как. Да нет, подтягивай. А? Подтягивай, давай это мне. Там одежда одна. То есть, ребят, вы представляете, да? Ну, это очень большая сумка, как бы. Сейчас ее разбирать, мне кажется, я не особо ее хотела. Там очень много вещей, ну что там, одежда, обувь. Ну, короче, одежда. Все, пожалуй, здесь все вот так вот просто наложено, очень аккуратно. Ну, короче, все разбирать основном, и показывать, наш гардероб. Одежда на весну и ближе уже к лету, потому что весна пришла нежданно, и теперь уже ждем, когда наконец-то начнет все распускаться, потому что я уже хочу на самом деле снять несколько городов. Я уже знаю каких, но это будет пусть для вас сюрпризом. Итак, что по поводу новостей еще у нас есть что? Из новостей пока что у нас, пожалуй, больше ничего, то, что вот мы сейчас выложили, потому что... То есть такого ничего нету, да? То есть сейчас выкладываем, буду монтировать видео, выкладывать его на YouTube, то есть с вас это комментарии, это пальцы вверх либо вниз, как вам понравилось, не понравилось видео, если не понравилось, обязательно комментарий, что не понравилось и что мне исправить, потому что это новый опыт, я еще не снимал влоги такого плана. То есть, да, было только одно, это, ну, я не хочу назвать это каким-то прям крутым. Это когда я ехал за ноутбуком в Москву, и то я, это тоже был такой как эксперимент.
здесь уже более так уже подхожу к этому. То есть, если понравилось, ставим лайки, все, я тогда понимаю. Не понравилось, ставим дизлайки и пишем комментарии, что мне надо исправить. Также поддержите нас, подписывайтесь на канал, нам это очень-очень важно, полезно, ценно. Ваша поддержка, мы будем понимать, что мы делаем это не зря, поэтому будем вам очень благодарны за это. Ну, все, пожалуй, на этом все. Всем прекрасного утра, дня, вечера, смотря когда вы смотрите это видео. Позитивного настроения, всего-всего самого лучшего. Всего доброго. Всем пока. Пока.